Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдис, и сегодня вместе с Жекой и Игорем мы продолжим нашу рубрику, которая уже очень давно не выходила, и мы будем выяснять, кто же лучший майнкрафтер всей Руси. Да, ребята, всем привет! Всем привет, ребята! Вы знаете, что делать, если вы соскучились по этой рубрике, если вы хотите продолжения, то нужно влепить огромнейший палец вверх прямо сейчас на вот эту серию. 15 тысяч лайков, сразу же выходит следующая серия. Запомните это! 1-5-0-0-0! Ставьте лайк, а мы погнали, пацаны, погнали, давайте, сразу же. Шо, да, идем? Типа мы идем? Да, идем. В мусорку, давай. В мусорку прыгай. Да, сталкивай его, Игорь, сталкивай его. Дебил, дебил, за все. Игорь, сталкивай, Игорь, Игорь. Так, давай, сталкивайте, сталкивайте, да, поздно. А шо, я голоден, пацаны. Ну, все. А что за лаг? Да ничего не залагало, все работает. Хорошо, да, побежали, пока, пацаны, пока. Давай. Хорошо, пока. Давай, до свидания, Игорь, до свидания. Пока. Смотрите, он там спрятался. Он там спрятался он там. Я отсюда, дебил, оставь меня! Get in. Почему именно я выбежал наружу? Дебил! Дебил! 5 минут полет нормальный. Все спокойно. Гагарин. Хорошо. Космонавт. Так, бич! The map is bitch! Бич! Представляешь, что там песок в воздухе летает? Get inside, пацаны! Get inside! Get inside! Быстрее, быстрее! Get inside! Обманщик! Лава флут! Нет, я умру! Нет! Эдисон, сталкивай, Эдисон! Дрожжевой! Ты первый начал! Я не хотел тебя трогать! Ого! Конечно, три раза в воздухе бегет! У меня 10. Шо? Сколько у кого очков? Ну честно говоря, давай признавай. Хорошо, 8. Ну ты меня раскусил, 4. Так, Эдисон, ты мусор. Это конфиденциальная информация, понимаешь, нельзя разглашать ее вообще никому. Хаос. Пацаны, сейчас хаос. Сейчас будет хаос. Бежи. Ты бежи. Я тоже бежу. Я побежал. Что если ты не побежишь? Что ты сюда пришел? Иди отсюда. Get inside, понял? Это значит наверх. Пацаны, кто умер? Все умерли? Хорошо. Эдисон, этот дебил опять дерет. Я уже понял. Уже раунд закончился, чего нельзя мне побить Игоря? А тогда еще не начался, он меня уже скидывать начал. Я просто так такой, типа, думаю. Да, просто так, да. Это моя хата. Я сейчас драться начну. Я уверен, что... Это ты, я вас призвал, иди ты нафиг, вот. Так, короче, я знаю, что ты делаешь, дебил. Вот оставайся в своем доме. Вот оставайся в своем доме. Откройте дверь. Сам открыл дверь. А почему он на меня? Я на втором этаже, а этот дебил на первом, а меня бьет меня. Дебил. Карма, инстант карма, поймай. Понимаешь, не рой яму другому, сам в неё пойдёшь. Умные слова, Игорь, умные слова. The map is bitch. Пошли. Что ты делаешь? А! Игорь! На парасоль. Я на парасольке стою. На ком? На парасольке? На парасольке. О! Зомби инвазион! Ливия the disaster! Во-во. О, привет! Привет, пацан, привет! Как это дела? О, еще один упал. Бежит. Так что все на меня. Ай-ай-ай! Давайте еще, четвертый, да. Здесь просто зомби-апокалипсис снимал. Да. Это месть, это просто месть, понимаете? Да, пятый. К папочке бегут. К папочке бегут. Сюда, дети, да, давай. Шестой, да, все. Вся компашка. И просто солнце, знаешь, печет, солнце печет. Они тут парасольку, понимаешь? Ой, привет! Пошли в жопу! Начинай спрыгнуть! Давай, ловите его, пацаны, ловите его! Давай, вот он! Я буду убирать, если его еще не убьют, он реально сможет убежать. К папочке, идите не ко мне, к папочке, пожалуйста! К папочке! Я не папочка, я не снимаю! Как они его не убивают?
Питер. 8 коинов, спасибо, Жек. Ты какой-то слишком живучий, Жек, а честно тебе скажу. Они меня всегда с одного удара убивали. Кстати, да, я тоже не понял. У меня с 3 ударов. Мне 9 хп с удара сносили, они так отрегенивались до 5 гит. The map is bitch. Да? Ёперный театр, а где это? Ёперный бабай, хорошо сейчас делать? Только ты ж это, ты будешь играть? В смысле? А оно не будет выше подниматься? Будет. Не. Да не. Да что вы такое говорите? Я слежу за тобой. Эй, Дисон Харим, туши! А в смысле? А я про... Пошли в жопу! Нормальная тема. Я смотрите, что я нашел. Смотри, какой он читер. Я спрыгнул сюда. Так нельзя, Жека! А что я горю? А ну переставай, фу-фу-фу! Все нормально. Читер. Так, пойдем его скинем. Ир, ты видел, он читер? Пошли в жопу. Что, свобода, свобода, давайте! Да нам и тут нормально, нам и тут нормально. Давайте! Нам и тут нормально. Свободись. Коин получил. Ошибись. Да иди в жопу, дебил. Мои зонтики. Он нажал мои зонтики, я пошел. Это каст, это что значит? Что делать надо? Это очень плохо на самом деле. Это что типа делать надо? Просто делать я надо... в доме просто да. И все. Да. Так, я понял, что нет. В смысле нет? Да почему? Припечатал так тебя к стенке. Спасибо. Я там не хотел остановиться. Что делать? Что? О, дырка! Дырка! Ты дебил! Пацаны, что делать? Какой он противный, пацаны! Какой он мерзкий! Я с этим соглашусь. В смысле? Я был в метре от Игоря! Я такой разворачиваюсь, и Жека такой... Жека. Я просто сегодня очень эпично умираю. Показываю просто, как... Сегодня прям мастер-классе, да, я согласен. 50 способов убить друга. Шо? Подожди, а где Игорь? Игорь, да еще 19 раундов, у меня всего лишь 29 коинов, Игорь. Понимаешь? Летать знаешь? Все мы знаем летать, Игорь. Мы же, друзья, мы опять телек посмотрим, да, Игорь? Давай телек посмотрим, да, на монтаже наложим, короче. Что там интересного, Игорь? Что показывают у тебя? Ролик мой показывают! У меня тоже, кстати. А сейчас хоррор какой-то! Кого-то насилуют! Кого-то насилуют, смотри! Они заспавнились на дереве! Они заспавнились! Смотрим, не шуми. В смысле, они заспавнились на дереве? Я же говорю, он паникер, Эдисон. Жека, мы смотрели фильм, вот это морёт. Да, а ты орёшь. Ты можешь там со своими друзьями зелеными сам развлекаться? Именно. Там такой интересный фильм был. Так, я пошел на люстру. На люстру? Это люстра? Это Эйфелева башня, понимаешь? Да дебил! И она моя. Сейчас будет такого интересненького, прям интересного такого. Что сейчас будет? Не знаю. Игорь, богат. Нет, я не успел! Я что, вообще ни хрена не понял, как он умер? Жека, тут очень темно, там очень страшно. На плиты нажмите. Да тут нету плит. Там нету плит. Понимаешь, какие плиты? Нету там никаких плит. Вообще никаких плит. А чё вы выбежали? Вы могли внутри там оставаться. Эдисон, скажи, что ты не поправил. Игорь, у меня есть план. Капкан. Это не поправил. Это не поправил. Это план капкан. Игорь, иди сюда. Нет. Нам нужно сбросить кольцо в лаву гор. Давай. Нам нужно срочно сбросить кольцо. О, нет. Давай. Это моё. Я приеду. Бросить туда Жеку. Давай. Ты ж зараза. Подходите. Окружаем его. А, не успели. Почти. Ой. Тандершторм! Жека, Тандершторм! Да? Да что в эту люстру как? В смысле два раза? Кажется, дождь начинается. Да иди сам, бегать вообще плохая идея на самом деле, ребят. Я похож на тучку? Да.
Ага, ты добил, а не дучка, слазь оттуда. Ай! А почему Жеку не бьют? Весело сидеть. Жека в каком-то читерном месте. Я тучка, тучка. Ребята, ребята, ой, Эдисон. Да блин, Эдисон. Не добежи, давай, пум-пум. Тандершторм. Ой. Ой! Туши! Жека помогает тушить. Он бежит сюда, дебил! И вдох! Как ты через танчик? Молния толпанула меня! А ты его... Ты смотри, как он тебя подставил, Игорь! Ты жопошник! Ты жопошник! Такого я не знал даже! Рагуль! Ты лох! Рагуль! Зомби! Зомби! Мне интересно, кто первый умер, Жека? Хитрый какой, посмотрите на него. Так неинтересно, пацаны. Открывайте двери. Да ёп, твою мать, давайте сюда, пацаны, мы тут. Они да все не за мной. Я тут, а мы тут. Пошёл. Подожди, он двери, ты двери закрылся? Я хотел открыть дверь, чтобы убили Игоря. Игорь меня вытолкнул из двери и закрыл дверь. Так, ладно, давай пацаны, последний. Решай. Давай, последний ран, заключительный, так скажем, да? Мои зонтики! Вот и все. Лава! Пацаны, лава! Давай, выживай там на своих зонтиках. Ой! Да, вообще по-честному играют и нет. Хорошо, посмотри, хорошо. Так, у кого сколько коинов? У меня 13, не счастливо, что надо еще раз сыграть, Эдисон. Думаю. Давай еще раз. Да не надо. Да давай. Давай, все. Да еще раз или нет? Да. Ну хорошо, последний раз давайте. Это да, бонусный раунд для подписчиков. Бонусный. За это лайк надо. Не, ну если я проиграю еще один раз. Нет. Счастливое число было. Бич. Придурок, отстань от меня. Дебил. Все, жопа. Ты как? Как ты за мной оказался? Ты что, он ты бэхнулся? Я купил эндерперла. Подождите, я один умер? Читер проклятый. Я один умер? Я умер еще, да. А чё у меня тогда 13 коинов? Мне дали. Ну вижу, это счастливое число, всё, теперь ты будешь только с ним. Да. Я говорю, не счастливое. Ладно, ребят, если вы хотите, чтоб я не умер, ставьте лайк. 17 коинов! Изи, понимаете? Один коин. Нормально. Эндерперл он купил. Так, что, Эдисон, надо лайки ставить. Да, надо обязательно лайки ставить. А если будет много лайков, значит будет много серий. И мы будем дальше выяснять, кто лучше в Майнкрафте. Вот. Да. Кстати, обязательно. И подписки на все каналы, это самое главное. Колокольчик нажмите. И колокольцы. Видосы. Он меня в мусор хотел выйти. Спасибо всем за просмотр. Всем удачи и все. Пока. Пока. Также, ребята, вы можете зайти и оценить ролик Жеки, где я сыграл роль клоуна, но это также старого дедулика. Поэтому мы оба будем рады вашим лайкосикам. Да, заходите смотреть.